Друзья, всем привет! Меня зовут Маша, я худею, похудела уже на 51 килограмм. Это распаковка моего меню на завтра. Еду я заказала в диет-сервисе. Вес мой был 115 килограмм, сейчас мой вес 64 килограмма. Я худею, был период, когда я немножко набрала, немножко даже 18 килограмм набрала в декрете. Вот. Но за последний год я скинула весь этот вес и еще, в общем, скинула. В общем, за последний год я скинула 22 килограмма. Сейчас я вешу 64. Вот. И двигаюсь дальше. Я хочу весить 58 килограмм, но я не тороплюсь. Это я хочу весить, ну, может быть, к следующей весне. В общем, а пока у меня мой такой мини-цель моя 53 килограмма 31 декабря на Новый год. Итак, смотрим, что я буду есть завтра. Яичный рулет в итальянском стиле, 140 грамм. Здесь у нас яичный рулет. Сверху он посыпан моцареллой. Моцарелла – это сыр с пониженной калорийностью, она ниже, чем у обычного сыра. Плюс там есть немножко салата айсберг, зелень и помидорки внутри этого омлета. Просто я такой омлет уже ела. 140 грамм, 324 калории. На второй завтрак сырники клубничные с соусом из черной смородины. Тоже такие сырнички я уже ела. Они мне очень нравятся. Они сделаны на пару. Вот здесь добавлена клубничка, может быть замороженная. Они не очень сладкие. Соус из черной смородины. В общем, это то, что надо на самом деле для второго завтрака. Ну, я хочу вам сказать, что до Нового года я решила отказаться от трех продуктов. Это творог, поэтому, возможно, это мои последние сырники до Нового года. Завтра у меня просто последний раз я ем меню из диет-сервиса и перехожу на свое меню, буду готовить сама. И я решила отказаться от трех продуктов. Это творог, йогурт и яблоки. Значит, смотрим, что на обед. У меня будет рагу с бурым рисом, 210 грамм, 231 калория. Я полностью перешла на бурый рис вместо белого. Здесь я вижу вот бурый рис, здесь я вижу овощи, морковочка, брокколи. И здесь я вижу кусочки курочки, брови курочки, может быть, это индейка. Ну, к счастью, они не используют свинины ни разу. Здесь такого не было, я ее не ем. И соус какой-то легкий, сливочный. Я, значит, решила отказаться от этих продуктов, творог, йогурт, яблоки, потому что у них высокий инсулиновый индекс. И, в общем, я решила проверить эту тему, каким образом этот продукт с высоким инсулиновым индексом влияет на вес. Я думаю, что 3 недели что-то мне покажут. Салат с овощами, гриль и судаком, 270 грамм, 176 калорий. Все. В общем, такой у меня тоже уже был. Это большая порция белая рыба. Она очень сытная. Мне нравится ее, в принципе, на ужин есть. Плюс овощи, они мало жира, мало соли. И они такую сытость дают. Порция большая. Я вообще могу съесть, конечно, еще больше. Поэтому мне нравится, что здесь ограниченные порции. Потому что, когда я готовлю сама, я могу так не спеша. И, в общем, очень здорово перебрать по калориям. А здесь все-таки вот все. Порция ограничена. Съел. И больше не ешь. Вот. Так что яблоки я заменяю грушами. Еще вот могу вам показать. Вот у меня, видите, морковочка. Вот у меня стоит морковочка. Для перекуса можно достать и перекусить. А вот чем заменить творог, я, честно говоря, пока не знаю. Потому что ем его довольно много. Бывает, даже на ночь себе позволяю, если хочется поесть. Ну, посмотрим. Все, всем... так, секунду. Общая калорийность на завтра у меня 1288 калорий. Все, всем стройной фигуры и здоровья.